Спонсор программы – холдинг «Беркут». Примерно в 30 минутах лета к югу от Сайпана лежит третий, самый маленький островок, представляющий Северные Марианские острова. Это остров Рота. Тихий, спокойный и очень зеленый. Русские здесь еще в диковинку. Но местные жители очень надеются, что россияне совсем скоро протопчут сюда дорожку. А отдохнуть на Роте можно не хуже, чем на том же Сайпане. Самый известный отель на острове – Рота Резорт. Впрочем, уже из названия понятно, что это не отель, а курорт. Шикарные номера больше напоминают квартиру, нежели гостиничный номер. С балкона открывается красивый вид на Тихий океан. Мне же с дороги хотелось расслабиться, и потому я отправился в спа-салон. Хочешь спортивный массаж, хочешь антистрессовый. Я же выбрал классическую ароматерапию. После такой процедуры чувствуешь себя заново родившимся. Теперь уже нужно было куда-то девать появившуюся энергию. Долго думать не пришлось. Взяв в аренду снаряжение и оседлав электрокар, я отправился играть в гольф. Самый популярный вид спорта на острове Рота – гольф. И неудивительно, здесь все создано для занятий этим видом спорта. В Рота Резорт огромные гольфовые поля, с которых открывается живописный вид на океан. Я тоже решил приобщиться к этому элитарному виду спорта. Посмотрим, что из этого получится. Оказывается, попасть в лунку даже с близкого расстояния не так-то просто. В конце концов, играть одному мне наскучило, а напарников не нашлось. Да и пора было отправляться на экскурсию по острову. Тем более, что интересных мест на Роте немало. Одна из таких достопримечательностей – Мацон Латте Стоун Вилледж. Вот именно в этом месте 3000 лет назад находилась самая крупная на всех Северных Марианских островах деревня Чаморра. Всего здесь располагалось 47 жилых домов. Древние чаморцы строили свои дома вот на таких каменных колоннах, сегодня известных как камни Латте. Как говорится, размер имеет значение. Чем выше колонна, тем более знатные и богатые чаморцы жили в этих домах. Как полагают историки, деревня была покинута в конце 17 века, когда чаморцы не без помощи испанцев были вынуждены перебраться в две искусственно созданные на острове деревни резервации. Во время раскопок здесь было найдено немало исторических и археологических находок, инструменты, керамика и даже человеческие захоронения. Деревня Мацон занесена в американский национальный список исторических мест. Неподалеку, в глубине острова, находится место, где добывались камни для колонн. Местечко это называется Каменоломня Латте. 9 огромных колонн и 7 круглых плит так и не были извлечены из земли. Кстати, вырезали колонны древние чаморцы необычным способом. С помощью огня растапливали твердую вулканическую породу. Затем заливали ее водой и обычными раковинами рыли траншею. И так несколько раз. Неизвестно, почему работа была заброшена. Археологи полагают, что порода оказалась недостаточно твердой и колонны трескались. По другой версии, работы в каменоломне были прерваны испанской колонизацией. Неподалеку стоит памятник Таге, древнему вождю чаморцев. По легенде, Тага был очень высокого роста и обладал сверхчеловеческой силой. Впрочем, все чаморцы обладали крепким телосложением и недюжиной силой. А как же без нее тягать такие камни? Нынешние чаморцы ничем не напоминают своих предков. Траншеи уже не роют. Жизнь у аборигенов на зависть. Никаких забот. У местного населения множество льгот. Вот и могут чаморцы целыми днями сидеть на пляже и плескаться в прозрачных водах. А разве можно работать в этом раю? Но,
как и положено на тропическом острове, бананы на острове Рота растут повсюду. Честно говоря, держать такую, с позволения сказать, связку очень тяжело. Весит она не меньше килограммов 10. Впрочем, в большем почете у островитян другие фрукты. Вот это камути, или сладкий картофель. С виду он чем-то напоминает привычную нам картошку. А вот внутри у него не совсем обычный цвет. А на вкус... действительно сладкий. А в местной кухне камути жарят, варят, из него делают чипсы. И, что самое любопытное, используют в качестве десерта и изготовляют из него сладости. Конечно же, нам было интересно посмотреть, как живут простые чеморцы. И мы заглянули в гости к семейству Калва. Небольшой, но очень уютный двухэтажный домик. Майя Калва с гордостью демонстрирует призы и кубки, выигранные ее дочерью на турнирах по гольфу. Дети давно выросли и покинули отчий дом, но родители бережно хранят игрушки. Глядишь, внукам пригодятся. Вообще, внутри все напоминает скорее музей или блошиный рынок, нежели жилой дом. Хозяева коллекционируют не только игрушки, но и кепки, значки, винные бутылки, камни, ружья и прочее-прочее. Эдакие чеморские плюшкины. Это не чеморская традиция, а нашей семьи. Многое перешло от наших дедов и отцов. И мы коллекционируем для того, чтобы показать нашим детям, чем занимались их предки. Чтобы дети знали свое прошлое и ценили его. А мягкие игрушки – это тоже память. Вот, например, эта игрушка. Ее подарили моей дочери Гленде на окончание школы. Каждая вещь ценная для нас. А вот сами дети не разделяют такого поклонения старым вещам. Молодежь, она и на Марианских островах молодежь. У меня в руках Battle.Nut, что-то типа местного наркотика, пусть и не запрещенного к употреблению. На Сайпане и других Марианских островах его жуют все, кому не лень. Употребляется он следующим образом. Орех раскалывается пополам, и в сердцевину добавляется вот такой белый порошок. Порошок готовят из вулканической лавы, которую сначала жгут, а затем перерабатывают, и получается вот такая приправа. Добавляется она в орех, после чего берется лист Battle.Nut, складывается вот так вот пополам, берем орех и заворачиваем. Теперь полученную такую вот конструкцию начинаем жевать. Ну, вкус, честно говоря, не самый приятный. Но очень любопытно, какая будет реакция, какие последствия? Никаких последствий не было. Разжеванная масса оказалась горькой и невкусной. Чеморцы же жуют до получения красной массы. Кстати, те, кто давно и часто жует Battle.Nut, легко узнать по красным зубам. После потребления Battle.Nut рекомендую отведать Soursop, или по-чеморски лагвана. Это такой фрукт, растущий на деревьях. Должен сказать, очень вкусный. Сравнить с каким-то известным всем фруктом не могу. Вкус своеобразный. Утро нового дня встретило нас радугой. Настала пора знакомиться с природными красотами острова Рота. Для начала мы отправились на восток острова. Этот суровый и неприступный участок побережья, куда попасть человеку довольно трудно, стал убежищем для тысяч птиц. Хотя туристы полюбоваться открывающимися видами могут. Для них оборудованы дорожки и видовые площадки. Правда, чтобы разглядеть пернатых, необходимо вооружиться биноклем.
У меня такового не оказалось, а потому оставалось просто любоваться пейзажами. Сейчас мы находимся в месте, которое называется Swimming Hole. Если переводить на русский дословно, получается не очень красиво. Что-то типа плавательная дыра. На самом деле это бассейн с морской водой, созданный самой природой. Каменная гряда отгородила небольшой участок моря от остального океана, в результате чего появился вот такой природный бассейн. Все приезжающие в это место туристы считают своим долгом искупаться в этом природном бассейне. Я тоже не мог упустить такую возможность. Вода на редкость теплая и прозрачная. Вылезать не хотелось, но нам надо было двигаться дальше. Наш путь лежал на юго-запад, к деревне Songson Village. Здесь в одной из горных вершин находится пещера Тонга. У входа в пещеру стоит небольшой католический храм. Когда-то на этом месте стоял другой храм, синтоистский, но наследие японской оккупации разрушили. Фундамент храма сохранился до наших дней. К пещере ведет крутая лестница. На протяжении многих столетий чимурцы использовали пещеру Танга в качестве убежища во время тайфунов. Во время Второй мировой войны здесь размещался японский госпиталь. Ну а в наши дни Танга Кейв – одна из достопримечательностей острова Рота. Внутри пещеры ощущаешь себя как в бане, душно и влажно. А потому, побродив по галереям и полюбовавшись сталагмитами, мы поспешили наружу. Раз в год на Пасху тысячи жителей острова Рота совершают паломничество на вершину небольшой горы, возвышающейся над деревней Songson. Местечко это называется Songson Lookout. На вершине паломники водружают деревянный крест, который стоит здесь до следующей Пасхи. Вот с этой видовой площадки открывается живописный вид на деревню Songson. На западе и востоке деревушка омывается водами Тихого океана, а на юге упирается в гору, имеющую необычное название – свадебный пирог. Есть на острове Рота еще одна деревня – Синапалу, но вся деловая активность сконцентрирована именно в Songsonге. Гора Тайпингот, более известная как Wedding Cake – свадебный торт, своими очертаниями и вправду напоминает многослойный торт. Над выпечкой этого кулинарного изделия поработала сама природа. Гора, поднявшаяся из морской пучины, окаменевший риф. Высота горы над уровнем моря 143 метра. Похоже, дождевая туча не смогла преодолеть такое препятствие и обрушила на торт водный поток. Тут же в бетонном каземате памятник времен Второй мировой войны – японская пушка. Орудие предназначалось для защиты якорной стоянки в бухте. Дальность стрельбы такого орудия – 17 километров. Однако эта пушка так ни разу и не стрельнула. Разыгрался аппетит, и мы заскочили в первое попавшееся кафе. С виду эта пиццерия выглядела не слишком завлекательно, но внутри… О популярности этого заведения среди туристов и местных жителей говорить не приходится. И каждый посчитал необходимым засвидетельствовать свое пребывание здесь. Свои автографы и пожелания посетители могут оставить где угодно. На стенах, полу, потолке, на дверях и окнах, на барной стойке, столах и стульях и даже на телевизоре. Пока готовились наши блюда, мы тоже решили оставить свой след в истории этого заведения и острова Рота. Вот и все. Наше путешествие по островам Тиньян и Рота подошло к концу. И нам пора возвращаться домой. Что ж, мы на Марианских островах были. Теперь очередь за вами. Генеральный спонсор программы – холдинг «Беркут».